События Великой Отечественной войны с каждым годом отдаляются от нас. Уходит героическое поколение, вернувшее на мир. Что же остается? Своя память о войне есть у нас. Мы с вами находимся в парке Победы, который был заложен в честь Великой Победы. Сегодня по всей нашей огромной стране бессмертный ваш подвиг. Сергей Башмаков, разрешите еще раз поздравить вас с этим великим праздником. Счастья, благополучия. Мирного неба над головой. А сейчас приглашаю всех на праздничный концерт. Вот, все видишь, вот. Все, все. Мы видим.